Привет, ребят, на связи Шамшурин. Пока появилось пару минут по поводу одного из сообщений ВКонтакте, которое мне прислал недавно парень. Вот, он просил эту тему озвучить. Честно говоря, четко и точно не помню, что спрашивал именно, но спрашивал три основных вопроса. Вопросы такие. Значит, первый вопрос был у него, сколько времени нужно находиться вот в так называемых полях, в лесах, в озерах, в болотах. Ну, то есть, сколько времени нужно уделять, он пишет, что он купил мою книгу с флешкой и сейчас выполняет задание по флешке. То есть, и у него вопрос, сколько времени нужно находиться, вот именно практиковать. Смотри, ну, я рекомендую заниматься этим каждый день. То есть, пока ты учишься, пока ты, например, ты купил флешку или ты проходишь онлайн-тренинг, кстати, скоро будет онлайн-тренинг в апреле, я об этом чуть позже всем расскажу, вот, и начал практиковать, соответственно, лучше делать каждый день, потому что тебе нужно привыкнуть к этому, то есть, естественно, что по несколько часов в день не получится. То есть, как часто и сколько много. Ну, если есть возможность, выдели этому, допустим, 3 раза в неделю по часу времени. Вот так вот. Или по 1.5. Лучше, конечно, по 2. Ну, то есть, от часа до 2. Вот. Между этими днями обязательно ты тоже подходишь. То есть, я рекомендую вообще делать какой-то некий график. Например, на месяц расписывать его. Заранее прописать, что в эти дни ты будешь полячить, в эти дни ты будешь... Ну, не будешь этого делать, не будешь полечить, но это значит, что ты в любом случае хотя бы к 3 девушкам должен подойти и что-то из там, как-то их открыть, что-то им сказать, чтобы страх подхода не появлялся вновь и все меньше и меньше становился. Вот, поэтому продолжительность месяц вообще в целом, так через месяц ты поймешь, что ты привык, что для тебя уже стало ненормальным не подходить, не общаться с людьми, с девушками, не открывать кого-то еще. Чем общаться, вот, и, значит, пару раз в неделю по часу обязательно между ними сколько угодно в лайфстайле, в обычном режиме лайфстайла, когда ты идешь на работу или идешь с учебы, едешь куда-то, в пробке раз кого-то открыл, там, по дороге кому-то что-то сказал. Второй момент, который он спрашивал о том, что делать с тем, что я один, когда один, я не такой смелый. Там вообще парень, вот я так понимаю, на спорте, потому что он писал про себя, что он занимается спортом, что он жмет штангу, там ходит на тренировки. Людям, занимающимся спортом, в принципе, проще себя преодолевать. Поэтому, ребят, спорт – это вообще тема хорошая, не только для здоровья, для себя, но еще и для пикапа как такового. Вот. Он говорит, что делать, если я один и мне одному сыкотно. Смотри, я рекомендую так, но если у тебя есть возможность сконнектиться с другом, бери друга, но, допустим, половину этого времени ты находишься с другом, половину вы находитесь отдельно. Да, одному всегда страшнее. Почему это так работает? Потому что, ну, чувствуешь какую-то поддержку. Как работает у нас на тренингах, например, когда я говорю человеку, вон, давай, иди к этой, или иди к этой, или вот давай вот с этой что-то поговори. То есть ему проще. Почему? Потому что для мужчины, еще раз, получить отказ от женщины, это некий удар по его самооценке. То есть, и когда ему говорит девушка нет, он как-то, у него эти вещи связаны, да? Он считает, блин, я какой-то, типа, не такой, несостоятельный для нее, не подходящий для нее, какой-то не очень хороший парень. И когда он при этом сам ее выбрал, сам пошел, ну, как бы тут уж, как говорится, никого не обманешь. Почему легче подходить, когда кто-то тыкает или пинает? Потому что, ну, когда я, например, говорю своему ученику, давай, иди, он, если даже, ему проще так подходить, даже если он, его там слили, его бессознательное будет думать, что это же не я ее выбрал, это они ее, или это Шамшурин ее выбрал. Поэтому, как бы, я нормальный чувак, просто они мне не ту девушку подсунули, не ту женщину. То есть, как-то так это работает. Вот. Одному надо обязательно это делать. Еще раз, смотрите. Самое главное, чтобы вы вообще не бездействовали. То есть, я рекомендую на тренингах делать следующим образом. То есть... Кстати, да, чтобы записаться на обучение, ты можешь нажать на ссылку под этим видео.
всетвои.ру, оставить там заявку, тебе перезвонит мой помощник Илья и расскажет, как попасть к нам на обучение, как попасть на тренинг. Вот. Так. Что я порекомендую делать на тренингах? То есть смотри, если ты не можешь знакомиться, вот, ну, ты вчера все было хорошо, сегодня проснулся, встал не с той ноги, все, и что-то в голове какой-то тупняк. Если ты не можешь делать ничего, то не можешь знакомиться, делай привет-комплимент хотя бы. Не можешь делать привет-комплимент, хотя бы привет. Не можешь делать привет, хотя бы делай приветы на девушках, которых ты считаешь для себя сексуально непривлекательными, то есть, которые тебе не очень нравятся. И в этом тоже есть польза. Ты можешь спросить, типа, зачем подходить девушкам, которые не нравятся. Это нужная тема на самом деле. То есть ты в любом случае хоть что-то в ту сторону, как говорят, там не можешь идти к цели, бежать к цели, иди к цели. Не можешь ползти к цели, ползи к цели. Не можешь ползти, ляг и лежи в сторону цели. Ну, то есть в любом случае хоть что-то в этом направлении делай. Да, и одному прикольнее. У меня есть такой кейс, когда один мой там знакомый позвонил, говорит, вот я с другом все время пикапил, а сейчас, говорит, друг это в больнице лежит уже месяц, я уже месяц не подхожу. Ну, я говорю, ты вообще как полячен? Он говорит, не, я месяц не подхожу. Почему? Потому что друг в больнице. Ага. Ну, это самая невыигрышная стратегия. Почему? Потому что, ну, допустим, если предположим, что его друг уедет на всю жизнь жить в Америку, там, не знаю, в Гондурас, или улетит на Луну, или станет геем, не дай бог, ну, вот в жизни случается всякое. Просто взял мужик, говорит, я не хочу больше общаться с женщинами. Я понял, что это не мое. Я люблю мужиков. Вот. И прикол такой, что если он вдруг, например, ну там не будет с ним ходить в поля, то по его логике этот парень сам тоже не будет ходить в поля. То есть, ну, это зависимость, опять же, друг или тренер, или саппорт, или кто-то еще. Это всего лишь зависимость. Это один из видов зависимости. Поэтому бери себя за яйца и делай это в одного. Да, и третий вопрос у него был какой-то такой, что типа, когда я выхожу в поля, когда я выхожу отрабатывать задания с тренинга, то типа красивых девушек почему-то нету. В этот момент они куда-то исчезают. Скорее всего, они никуда не исчезают, они как были, так и есть. Просто прикол в том, что твой мозг рисует другую картину, немножко искажает эту действительность, которую ты видишь. То есть мозг говорит тебе, ой, он начинает, то есть ты начинаешь становиться более придирчивым. Мозг начинает выдавать, что ой, у этой девушки ноги не оттуда растут, ой, у этой родинка там, это слишком низкая, слишком высокая, у этой наушники, у этой то-то, у этой сё-то. Ну, то есть, скорее всего, это всего лишь внутренняя отмазка. Как себя не обмануть здесь? Подходи, смотри, значит, принцип такой, из представленного ассортимента твоя задача выбрать лучшее и, соответственно, подходить к ним. Действуй по такому принципу. Если нет там совсем красивых, подходи хотя бы просто общаться. Подходи. Блин, прикольный финик такой проехал. Да, вон еще, кстати, что там это? Мазерати. Что-то сегодня день интересных машин в Москве. Подходи хотя бы, ну, говори себе, что я же не обязан на ней жениться, да? То есть это всего лишь один из видов отмазки, что и обмана самого себя, что вот нет красивых девушек и все такое. Фигня все это, ребят, все есть. Просто еще раз, подходи, отрабатывай на них, понравится, возьмешь телефон. Нет, ну, как бы, даже все равно возьмешь телефон еще раз. То есть даже если ты видишь, девушка красивая, подходишь издалека, красивая, ближе, она какая-нибудь там с волосами в носу, и такое бывает, кстати, я это видел, и тебе не понравилось. Все равно из принципа для отработки вот этого процесса общения, процесса закрытия на телефон заинтересования, бери свой, ну, бери у нее телефон. Не обязан ты ей звонить при этом. Что ты себя обманываешь? Ну, какие-то вот такие три основных момента. Надеюсь, это видео понравилось. Ребят, подписывайтесь на мой канал. Подписывайте друзей. Что-то я смотрю, у меня как-то мало подписчиков. То есть я понимаю ту суть и тот принцип, что люди в основном, ну, как бы, массово хавают этот потребительский контент. Вот так называемые эти хомячки, которые смотрят развлекаловку. То есть какие-то,
угодно, приколы, развлекаловку и так далее. У нас канал, ну, у меня в частности канал, то есть он по саморазвитию. Это не самая приятная штука иногда бывает, и не всем хочется развиваться. В основном людям хочется жить в комфорте и ничего не делать, ничего не менять. Поэтому, ну, одна из причин, что мало подписчиков. Есть еще какие-то причины, я не знаю, ребят. Как бы, хочу вас попросить, если вам нравится мое творчество и то, чему я вас учу, и то, что я вам даю полезное, а я считаю, что я здесь огромную кучу пользы даю бесплатно, причем можно также за деньги приобрести какую-то пользу, которая будет в 1000 раз еще более полезная и лучшая, чем бесплатно, естественно. Вот, попробуйте подписать своих друзей на мой канал. Давайте устроим такую массовую фишку. Пусть каждый из вас покажет мой канал какому-то из своих дружбанов или там какому-то новому человеку, который обо мне не знал. То есть, и пусть этот человек подпишется. Ну, если вы хотите мне как-то помочь, меня как-то отблагодарить за то, что я для вас делаю, я надеюсь, что, в принципе, вам есть за что меня благодарить, то сделать это мне будет очень приятно. Как-то так. Итак, ребят, подписываемся, записываемся на обучение, на тренинги. Скоро будет очень крутой массовый онлайн в апреле. Задавайте свои вопросы в почту или в комментах под видео. Буду периодически на них отвечать. На связи был Шамшурин. Пока.